Здравствуйте, меня зовут Юлия Кошкина, мне 26 лет, и я родом из города Иркутск. У меня нет профессиональных музыкантов в семье, но музыка звучала в доме с самого детства, и я примерно лет с трех начала повторять все, что слышу. Я слежу за формой, но я не посещаю каких-то регулярных занятий в фитнес-клубе, чаще всего занимаюсь дома. Очень люблю бегать, прыгать, танцевать, люблю велик. Я очень спокойный человек. Стараюсь все рационализировать, все обдумывать. Одно место осталось, это у Пелагеи. А если ей не это нужно? Возможно, но даже тот факт, что я, в принципе, уже сижу в этой студии, лучше. Я уже победительница. Будь собой, конечно. То, что ты умеешь, то и сделай. Я пришла, чтобы показать свой голос. Для меня это шоу, где можно продемонстрировать то, что ты умеешь. А я думаю, что я умею многое. Имя, фамилия, количество лет, прожитых на земле. Прекрасно. Добрый день, я Юля Кошкина, мне 26 лет. Так. Я родом из Иркутска. Значит, из какого? 95-го. А за 10 лет до вас? Да. Я был первый, кто поставил эту песню в хит-параде, который шел на радио. Вот группа «Альянс» прислала мне эту фонограмму. Что понравилось мне в вашем исполнении, то, чего я добиваюсь от очень многих певиц, с которыми мне приходится сотрудничать.
вот это вот поджимание пресса, и сразу убежали на верхнюю ноту очень точно. Ну, я старалась. Понимаете, вот это... Поэтому это вы молодец, и вперед, вы в проекте. Благодарю. Спасибо огромное. Как вы действительно очень здорово справляетесь с такими прямыми высокими нотами. Еще, конечно, вот этот вот хвостик в конце схватили. Схватила, я уже видел да. вас. Я уже повернулся, и мне было интересно, как вы это сделаете. Вот. И вы, по-моему, потрясающе это справились. Спасибо. В целом, Юля, я очень рада. Я понимаю, что было сложно. И песня сама по себе очень сложная. Я ее очень люблю. Это песня, которую, если вдруг случайно вспомнишь, потом ходишь и две недели не можешь из головы вынуть. Согласна. Это абсолютно. Но она действительно очень энергетически приятная. И вокально действительно это такое испытание. Понятно, что я прям сидела с закрытыми глазами, с замиранием сердца. Очень за вас переживала, но когда вы, в общем, первый раз взяли и не сдались, в общем, было понятно, что и дальше, и самую высокую нотку вы тоже схватите. Схватили. Молодец. Вы действительно настоящий боец. И, собственно, поэтому я вас и поздравляю с этой настоящей победой. Спасибо. Уже сейчас. Спасибо огромное. Класс. Это большая радость для меня, что я сегодня здесь. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы выслушали меня. Серьезно. Хорошая. Я скажу честно, мне эта верхняя нота ваша очень-очень понравилось, потому что это большая редкость, что так чисто, без всяких обиняков, знаете, приемов. Без напряга, да? Без напряга, просто прям сквозное точно. Так вот ее дыхание, пронзить. Дыхание точно вы поставил. Нас пронзили своей верхней ноты. Поставила точно да. дыхание и взяла.